Слушайте, ну изначально мы привлекали архитекторов, дизайнеров, как мебели, так и архитектуры, дизайнеров, иллюстраторов, графических дизайнеров, то есть все, что связано с искусством, с фантазией. Хотелось, наверное, портретные, так сказать, живописи, акварелью я рисую портретики незнакомым людям. Вот. Это случилось совершенно недавно, где-то с лета я начала этим заниматься. А так я рисую еще и картины. Вот. Но по образованию я не художник, я критик, искусствовед. Вот. Занимаюсь, так сказать, изучением искусства в целом. Но это очень помогает вообще разбираться в искусстве и в людях. Вот. Людей я всех этих не знаю, вот. Я рисую именно незнакомым людям, вот. Поэтому портреты такие получаются необычные, своеобразные. Вот, в основном это творческие личности, фотографы, музыканты, ну и также простые люди. Вот, каждому портрету я пытаюсь подойти индивидуально, учитывая характер и внешний, внутренний, целостный человек. Там наш робот тоже катается, общается с людьми. Здесь конструкторы для всех, для самых маленьких, для самых больших. Любой может почувствовать себя робототехником. Здесь представлены различные виды искусства. Ну, например, если говорить про лампочки, кого-то они понравятся, кого-то будут раздражать. На каждого по-разному уже все влияет, так что каждый должен найти свой выбор, не знаю. То, что ему понравится, и то, что его успокоит. В любом случае, здесь каждый это найдет. Вот. Мы что здесь можем? Можем управлять светом и, собственно, интенсивностью. Можем объединять лампы в группы. Можем задавать им алгоритм изменения под музыку. Мой автопортрет. У меня просто есть такой свой проект, он называется «Я мертвое дерево». Вот. И, в общем, как-то я, можно сказать, некое как-то себя представляю этим объектом, который, несмотря ни на что, пытается... так как направление, которым интересуюсь, не особо распространено. Вот, в основном специализируюсь на цветной и черно-белой графике. Вот. Искусство довольно, в среднем, мне кажется, не сильно популярное, потому что мало сейчас людей рисуют в таком, как сказать, направлении, а по факту довольно интересные вещи получаются.